Всем доброго времени суток. Начинаю с краю уже неплохо. Вода рядом, поставим гавань для добычи рыбы. Однако центральное здание придется отнести от воды. Есть опыт, если нет хорошего флота, могут пронести, а лишний флот – это свободные места лимита. Проходов мало, ко мне буду застраиваться стеной, и первая моя цель — это будет фиолетовый игрок. Перешел в Европу. По выходу буду делать обычную промышленную революцию. Собрал чуточку войск, отсылаю ополченцев к фиолетовому, чтобы оценить обстановку. Тут все понятно, вынос налегке будет.
we sailed.